Коротко хочу показать. Мы сегодня посетили музей искусств. Меня сегодня удивил вот такой шатер тканевый, бухарский. Смотрите, какой он красивый внутри. И ковер. Такие шатры были. Вот эти сумки вешали на лошадей, видите, складывать можно было в них свои пожитки. Ковры. Рози Чуриев, знаменитый узбекский художник. Красивые картины. Рози Чуриев, очень много картин его, оказывается. Называется картина «После свадьбы». Знаете, интересно, да? Видимо, вот художник Имамов. Видимо, он о свадьбе, видимо, о женитьбе как-то у него не очень мысли были хорошие. Мне так показалось. Картина Бенькова «Эмерский чиновник».